Триадский. Я сейчас стою перед спуском в Канте на этом холме между Сионом и городком, где я проживаю. Вот он, в более высоком разрешении. Ну а кто хочет, чтобы народ знал, что народом простым, дурным управляют существа из других планет, играются на них. Думаем, что мы сами по себе, они на самом деле нас пестуют уже много-много лет. Смысла, чтобы мы знали об этом пестовании. Если они начнут с нами общаться, придется рассказать, что... Да зачем им рассказывать? Мы звери для них. Не люди вообще. Не существа, не разумные, а игрушки какие-то. Биороботы. Вот Канте. Городок, в котором я проживаю. Но это с этой стороны я не показывал. Я показывал там, где мой дом год назад. А здесь такой вот вид. Его можно запечатлеть с другой стороны. Красивые деревья. А он длинный, вон туда тянется. Километров на 7 или на 8 даже. Все он да поменьше будет. Все Канте. Тут я в Швейцарии проживаю. Я снимал вдоль этой дорожки на той возвышенности, которая здесь в данный момент виднеется. Снимал я это год назад. А сейчас еще раз хочу заснять. Только время кончается. Я уже не смогу больше заснять. Батарейки садятся. Александр Кирьяцкий, сегодня 27 сентября 2023 года.